Не знаю, в курсе вы или не в курсе, у нас в Узбекистане апокалипсис небольшой. Отключили электричество практически по всему Узбекистану. И вот я пришла домой с работы. Ой, какие глазки сияющие. Отключила холодильник и микроволновку. Ну что, это же замечательно, да? Эрик, для тебя появилась новая площадь для познаний. А Ватсон где-то там тарится. Вот мы сидим в темноте. Папа наш, батя, как известно, энергетик. У него работы ой-ой-ой, сколько много, потому что постепенно подключают у нас к электричеству сначала самые необходимые объекты, а потом уже, наверное, дадут в домах. Сейчас пока нету, мы ждем. Ждали-ждали с работы, скажи, и вот дождались. Думали, свет включит, мама придет. Не тут-то было. Зато как интересно, что-то новенькое в жизни, да? Что мы будем делать с вами до ночи? Свечки стараюсь не зажигать много, только одну зажгла, потому что я побаиваюсь, вдруг из любопытства кто-нибудь из них подпалится. Ватсон, там апельсины, мандарины, ты это не любишь. А Эрик все, определил свое место, расположение, ему хорошо. Ирюшка, тебе же хорошо, да? Очень хорошо.